Ну, у меня сейчас мало времени получается смотреть телевизор. В любом случае, я слежу за новостями, что происходит в мире. И, понимаете, опять же, как относиться к этому, как относиться к этим событиям? Можно уйти в депрессию и понять, что, в принципе, сейчас все очень плохо, и не двигаться дальше. Но ради для этого нас рожали, растили. Нужно нести что-то свое, поэтому я фильтрую вот что-то для себя и подчеркиваю какие-то плюсы, минусы, их выражаю в жизни. Больше интуиция помогает. Ну и базовые знания, ну как-то все в совокупности, нет такой какой-то определенных каких-то правил. Вот. Есть что-то хорошее, ты понимаешь, что это хорошее. Мне кажется, каждый человек понимает, когда он что-то делает неправильно, а говорит всем, что это правильно, но внутри-то он осознает, что что-то это неправильно. Поэтому это каждому свое осознавать, что как, где, почему, зачем.